Добро пожаловать в Виргинию. Да, ура! Цель поездки в Вашингтон – помочь Джорджи переехать, встретиться с его друзьями и понять, кто он на самом деле. Налево. Налево? Куда? Боже мой! Я хочу завести с тобой детей, когда решит Бог, понимаешь? Нужно проконсультироваться с врачом, узнать варианты. Ладно, давай сходим к врачу. Я не согласен, но хочу угодить Стейси. Спасибо, милый. Переезд. Дом вон там, но тебе лучше подождать в машине. Я столько проехала. Не мог сказать раньше? Это подрывает мое доверие к нему. Буду ждать. Сегодня мы встретимся с друзьями Джорджи, соприкоснемся с его миром. Поставь себя на место Джорджи. Я лишь хочу убедиться, что ему важна любовь, а не кошелек. Я бросил работу, чтобы жить с тобой. Твоя жена недовольна, ей плохо. Если недовольна, пусть уходит. Как ты смеешь? Идем, Стейс. Не представляю, что мне теперь делать. У меня руки опускаются. Я изо всех сил старалась понравиться Джорджи и его друзьям. У меня больше нет вариантов. Не знаю, у кого спросить совета. У бывшей жены? Привет, это Дарси. Хочу поговорить о Джорджи. Дарси и Стейси. Пришли. Сумасшедший вечер. Мы ужинали с друзьями Джорджи, и начался бардак. Ссоры, крики, все вышло из-под контроля. Флориан, муж Стейси. Когда мы с Дарси ушли, кое о чем условились. Ей хочется знать больше, но ответов она не получает. Мы надеялись выяснить, кто такой Джорджи на самом деле, но ничего не вышло. Если Дарси собирается за него замуж, ей нужно узнать настоящего Джорджи. Надеюсь, она найдет ответы прежде, чем мы уедем из Вашингтона. Она написала его бывшей жене, предложила встретиться и поговорить. Дарси заслуживает знать правду. Я понимаю. Но бывшая начнет обелять себя. Да. Всей правды вам не узнать. Решение Дарси поговорить с бывшей женой Джорджи – плохая идея. Она точно обманет и не даст нужных ответов. Каждый защищает себя, чтобы казаться лучше. Согласны? Ей правда не нужна. И что делать Дарси? Джорджи отмалчивается. А ей? В любом случае нужны ответы. И бывшая жена – единственная, кто действительно знает, каково быть замужем за Джорджи. Это крайняя мера. Дарси мне как сестра. Я хочу, чтобы она была счастлива. Я забочусь о ней, поверь. Спасибо. Сердце болит за Дарси. Я должна поддержать ее, потому что она... снова и снова повторяет этот путь. Я бы вздремнула. Ладно, детка. Надену что-нибудь поудобнее. Давай отвлечемся. Ух ты! Нравится? Да. Сюрприз. Приятный. Хотела тебя порадовать. Спасибо, что приехал и поддержал нас. Боже.
Если честно, я в каком-то оцепенении. Снова не получила ответов, которые мне так нужны. А еще мне показалось, Джорджи был сам не свой. Совершенно другой, незнакомый мне человек. Не хочу сомневаться в наших отношениях. Я слишком многим пожертвовала. Моя душа изранена, и я сомневаюсь, что мне это нужно. В чем дело? Просто устала. Да? Я собирался приятно провести вечер с друзьями, познакомить их с моей невестой. Хотел, чтобы все было весело и позитивно, но я разочарован. Не знаю, как мне было это предотвратить. Я сделал что-то не так? Сказал что-то не то? Я не знаю. Понимаю только то, что меня будут винить в любом случае. Почему ты ушла? Мне просто не хотелось там находиться, просто... Я не чувствовала, что ты меня любишь и уважаешь. Мне захотелось вернуть самоуважение и уйти вместе со Стейси, уехать домой. Я не хочу сейчас об этом говорить. Я устала. Ты не чувствуешь любви и уважения? Что я сделал? Сейчас я хочу спать. Я вымотана и не в состоянии ни о чем думать. Могу я просто лечь спать? Так спи, тебе никто не мешает. Ложись. Ладно. Дарси, бывшая жена Джорджи вам не ответила? Ответила. Прочла мое сообщение и пишет. Да, конечно, постараюсь ответить на все твои вопросы. Просто хочу знать, тот ли он, за кого себя выдает. Любил ли он ее? Я не пытаюсь сравнивать наши отношения. Просто чувствую, что она может знать кое-что, что поможет мне. Я должна защищать дочерей. Мне нужно знать, не скрывает ли он чего. Возможно, только его бывшая может дать мне хоть какие-то ответы. Надеюсь, бывшая жена Джорджи, Октавия, поможет мне прояснить ситуацию. Но я немного волнуюсь перед встречей с ней. Не потому, что она неприятна мне как человек или женщина, но меня тревожит то, что я могу от нее услышать. Я не знаю, чего ожидать. Сейчас решается, женимся мы с Джорджи или разорвем отношения. Утром я проснулась очень расстроенной из-за поведения Джорджи прошлой ночью. Мы продолжаем хранить молчание. Атмосфера очень тяжелая. Но нам нужно это проговорить и отпустить.
Привет, ребята. Привет. Классные брючки. Хорошо выглядишь. Привет, как дела? Привет, Джорджи. Как прошла ночь? Мы сразу легли спать. Да, мы тоже. Постой. Серьги мешают. Прости. Хотела прихорошиться. Нам нужно быть нарядными. У нас планы. Я сказала Джорджи, что мы со Стейси пройдемся по магазинам. Но вместо этого я собираюсь встретиться с его бывшей женой Октавией. Интересно послушать, что она нам расскажет. Мы по магазинам, а вы чем займетесь? Что будете делать? Что-нибудь. Все нормально? Мне некомфортно в компании Джорджи из-за его вчерашнего поведения. Он сравнивал меня с собой, ругался на мою свояченицу. Мне это не нравится. Если Дарси несчастлива, я тоже. Принесу воды. Я заказала завтрак. Садитесь. Мы сядем тут. Сюда, милые. Поближе к жене. Друзья, я заказала французских круассанов на завтрак. Рады были познакомиться с твоими друзьями. Такие хорошие люди. Да, поблагодари их за компанию. Прости, если мы чем-то тебя обидели или слишком давили на тебя. Мы просто пытаемся лучше узнать тебя, понять, чем ты живешь. Но иногда ты не принимаешь чужого мнения и перекладываешь вину на Дарси. Вчера ты поступил так же с Флорианом. Тебе задавали вопросы, а ты переводил стрелки. Тебе бы брать ответственность за свои действия и прислушиваться к окружающим, учитывать их мнение, а не препираться. Понимаешь? Вчера мне показалось, что Стейси нападала на меня, а сегодня утром нападки продолжились. Если я не хочу ей чего-то рассказывать, то и не обязан. Это мои отношения, и к ее жизни они не имеют никакого отношения. Пускай решает свои проблемы. Ну, что тебе не нравится? Что я делаю не так? Ты думаешь, что тебе все что-то должны, будь то объяснение или что-то материальное? Вот как я это вижу. Не понимаю, о чем ты. Думаешь только о себе.